Мы не болельщики. Мы не ходим на стадионы с шарфиками и флажками. А чем вы занимаетесь? Надо разделять фанатов и футбольных хулиганов. Их меньше, но они очень организованы. Я автослесарь. Модный диджей. А вы? Кандидат наук по истории. Им футбол по барабану. Им главное подраться с себе подобными. Да они тогда в метро дрались. Помнишь, я говорила? Около футбола? Ну да, около футбола. Нас ОМОН накрывает 3 раза за месяц. Сливает кто-то мусорам. Меня подозревает. Да, он всех подозревает. А вдруг это он все сливает? Здравствуйте. Секунду, я Володе обещал, что если буду с вами заниматься, то никакой оплаты. А у нас с вами отношения сугубо официальные. Звери натуральные. Я бы от них подальше держалась. Чего тебе от меня надо? Я тебе сказал, не звони мне больше. Я сама решу, кому и когда звонить. Мне кажется, я тебя люблю. Зачем ты мне это говоришь? Нет, с мажором в одном ряду стоять, ты это понимаешь? Мы уже полгода вместе. Хочу от нее детей, внуков. Выходи-ка ты за меня по-добру-поздорову замуж. Значит, есть вероятность массовых беспорядков? Конечно, есть. Мы сколько готовили. Эта тема в историю войдет. Зачем вы деретесь? Ну что, ну по-твоему, футбол играть, что ли?